Всех приветствую на своем канале. Наступило утро, и мы будем делать сегодня колбасу. Фарш мой. Кишки или натуральная оболочка, чтобы было культурнее звучало. И вот такая штуковина. Итак, фарш. Фарш я расскажу, что я ложу. Это не фарш. Во-первых, это нарезанное маленькими кубиками мясо, сало. Плюс сюда идет у нас лук, чеснок. Пропорции у всех разные. Но если кого интересует на определенную пропорцию, так можете писать. Я постараюсь вам подсчитать. Итак, мясо, сало, лук, чеснок, воду холодную. Из-под крана я добавляю сюда. Далее сюда черный перец идет. Паприка. Красная. Паприка копченую я сегодня сюда добавила немножко. Соль. Нитритную соль я добавляю сюда. Она очень, во-первых, вкус дает другой уже, не как с простой солью. А во-вторых, она, когда жаришь колбасу, она цвет мяса оставляет. Она, колбаса уже не получается, как бы мясо не становится там серым, коричневым. А вот именно какое оно вот сейчас, красное, там, допустим, вот коричневое, ну, мясо. Так оно и остается. И в колбасе очень красиво смотрится. Особенно и жарить, и коптить. Покажем в следующих роликах, мы покажем, как мы коптим эту колбасу. Как подготавливаем ее к копчению и какая она получается. Но это все будет в следующих роликах. Сегодня мы делаем просто колбасу. Сейчас я вам буду показывать, как я ее делаю. Ну, здесь ничего умного не надо. Делай да делай. Ну что, погнали. Итак, приступаем. Я еще взяла иголку вот такую. Берем кишки. Так мы их разматываем и таким способом нанизываем. Так как у нас кишек много, я это свое, я не покупаю, я завязываю вот таким узлом. Ну а те, кто покупает, конечно, вы ниточкой. Пускаем воздух. И вот, господи. И вот смотрите, вот так у нас получается. Я прокол делаю, чтобы вышел лишний воздух, когда буду мясо. Мясо получается. Мясо обалденское. А запах? Запах вообще убийственный. Ну что, начинаем делать. Так, если будете писать, ну будут люди писать многие, что, а почему бы не делать на мясорубке? Да, на мясорубке хорошо, но все равно так, как положено, вы не набьете колбасу. Вот видите, в камеру, не знаю, передаст, не передаст, она какая красная, она насыщенная. Это потому, что, во-первых, нитритная соль, конечно, паприка играет роль свою, где воздух прокалываете, потому что, чтобы весь воздух сошел. Если вы его не спустите сразу, этот воздух, то когда будете жарить, она может у вас порваться. И вот так. Так мы набиваем. Ну что, я практически закончила делать колбасу. У меня вот чуть-чуть осталось мяса, фарша по-другому. Вот таких я сарделек наделала.
Вот столько я колбасы понаделала. Кишек еще у меня осталось много. Ну, кишки, сейчас я доделаю эту колбасу. Это чисто свиная колбаса. Далее я вытащила из морозилки мясо теленка. Телятина, именно телятина, не говядина, а телятина. У нас так получилось, что 4-месячный теленок сломал ногу, и нам пришлось его зарезать. Потому что, ну, ветрачи приехали, пожали плечами, сказали, ничего не сделают. Поэтому мы зарезали, у нас есть телятина молодая. Не путайте с говядиной, именно телятина. Есть у нас свинина, есть у нас бройлеры. Я хочу чисто из телятины попробовать колбасу делать. Я ни разу не пробовала, правда, из свинины чисто делаем. Вот, видите, а из говядины ни разу не делала. Хочу чисто, ну, там пару штучек, лишь бы на пробу. А так телятина плюс свинину буду делать. И свинина плюс курятина. И просто курятину буду делать. Так что вот эти наши все кишки, по-другому оболочка, уйдет, и у меня еще в морозилке с предыдущего поросенка лежит такая же натуральная оболочка. Ее тоже мы потратим колбасу. Время у нас прошло. Во-первых, я еще не доделала. Это просто домочадцы мои захотели сосисек, таких сарделек, и я вот жарю. Сейчас я вам покажу. Вот колбаску я, видите, жарю. А это вот у меня еще надо доделать. Итак, я начала про время. Времени у меня ушло чуть больше 3 часов. 3:20, если я не ошибаюсь. Ну, больше 3 часов, это 100%. И потом у меня мои подписчики спрашивают, а почему такая дорогая колбаса у меня? Потому что времени на нее уходит много. И это фарш был готов на утро. Сами кишки, оболочка была готова, и мне просто, я сижу и наполняю. Да, легче наполнять мясорубкой, но мясорубкой они не такие плотные получаются. Вот видите, они плотные. Вот. А мясорубкой, если они не такие плотные получаются, и мне не нравится, поэтому да, я вручную. Мясорубкой, скорее всего, ну, половину времени, наверное, меньше. Если я сейчас чуть больше 3 затратила, то около 2 часов бы я затратила, если бы на мясорубке. Ну, мне легче, проще и удобнее, я потому что привыкла вручную. Ой, вручную неудобно кровяную колбасу начинять. А эту, как сказал один блогер, пальцем тыканная колбаса. Ну, все. Кому понравилось, извиняюсь, мое видео, ставьте классы, подписывайтесь, жмите колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.